Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko akachat gimri. Imam Shimil ve yurt akachat ko. Al oyetim olsun. Al vazım al olsun. Ya Allah nasıl var? Al vazım. Kutsal ya Allah. Alhamdulillah. Salam arzu ve vecim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Имам Шамиль, это адахер. Ламад. Ламад, лулы. Вот так, лахар, ты можешь его? О, беспокоит, высырер. Мы совершили это путешествие, но можно назвать его не путешествием, а посещением святого места. Здесь вот этот дом, в котором жил, родился имам Шамиль, великий кавказский патриот, воин, национальный герой Дагестана и, можно сказать, национальный герой всего Кавказа. Не только северного, но и южного. Очень приятно, что мы оказались здесь, побывали в том дворе, в котором он еще ребенком бегал. Но я хотел бы, чтобы дагестанский народ был достоин того подвига, который совершил его имам. И чтобы молодое поколение больше подражало не Западу, а именно тому учению, которое проповедовал и внес имам Шамиль. Дай Бог Дагестану всех благ. Дай Бог, чтобы у них были такие же мужчины, как имам Шамиль и в будущем. Аминь. Har kuar tatsa arval. Amin, amin ya Allah, amin. Amin. Amin ya Allah. Братья, очень приятно было вас видеть. Alhamdulillah. Спасибо. Очень правильно сказал наш Аксакал. Я бы, что мы были похожими на них. Амин ya Allah, амин. Здоровья вам. Амин ya Allah. Весь ингушский народ любит имама Шамиля.